Педагогический состав немного изменился. Представляю вам команду учителей, версия Upgrade 2015. О том, что тема КВН будет связана с кинематографом, мы узнали за 5 минут до начала игры. Поэтому времени переодеться у нас совершенно не было. Итак, давайте знакомиться. Не похлопал, всех я запомнил. Богатырей Алёши Поповича, Эли Муромца и Добрыни Никитича с картинками. Идите нам за время.
Понимаете, там... Значит, Тагир Назимович просил передать, что если у вас будут оригинальные идеи, то будет и прибавка к зарплате. Правильно, Тагир Назимович? Правильно? Я мечтаю есть. Ловись! Отмечай! Так тяжело прижиться мужчинам-учителям, но некоторые все-таки выживают. Есть город, который я вижу во сне, он сердцу для каждого дорог, но школе родной город дорог вдвойне. Оттуда приехал географ, он с Черного моря. Моя? Вы, по-моему, девочки, все не в курсах. В нашей школе бесценен для всех. Вячеслав, молодец он какой, пацанов деревянных. Приобщает к труду, превращает в брутальных. Ой-ой-ой. Давай. За окном Новый год, наступила зима. Всех людей охватила безумная алчность. Но есть в школе кристальной души человек. Ох. Анатолий Михайлович, Анатолий Михайлович. Я вас слушаю, вас, но заметьте, как самый лучший у нас. Слышь, ты чё такая дерзкая, а? Слышь, ты чё такая дерзкая, а? А как ты знаешь-то? Вот это у нас учительская. Знаешь, а вот как вот в нее входит, да, если ты едешь направо, всех мужиков налево, а у нас тут друг направо, понимаешь? А откуда просто идеи, ну, блещет просто. Смотри, сделайте рабочую программу, сделайте, ребят, сделайте, пожалуйста, доклад, сделайте еще, пожалуйста, сделайте, поставьте, пожалуйста, рабочую программу в числа до Нового года, а потом мы придем в 20 число после Нового года. Thank you.
Работаем дальше. Плохо. Ни денег, ни дня здоровья не будет. Она, правда, она! Ты не видела? Смотри, жарит! Живая, не восковая, настоящая! Смотри, такой нигде больше не видишь! Только в нашей школе! А что она делает? Да она дежурит! Как сказали ранее, спонсор нашей школы – энтузиазм! Итак, энтузиазм! Мы продолжаем КВН! Обязательным условием работы в школе стал осмотр врачей, специалистов. А особое предпочтение отдано психиатру. Итак, в кабинете у психиатра. Верующий! Здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь! Это мне? А кому еще? Слышу голоса. Вот сидим, пишем, контрольные. Кто-то говорит. Я у детей спрашиваю, кто говорит? А они? Никто. Есть, конечно, 180 человек. Как вы их различаете? Так по отчеству же. А что это вы там все время пишете-то? Фу, ну и почерк у вас, как у Гурвича. Ну потом, почему вы опоздали на прием на 20 минут? Электричка, транспорт застрял, телега конская распряглась. Клиндриш, плиз! Трактор не завелся вовремя. Лондон, Элизабетл Бридж, МЛ Транс. И так далее. Что за разношение? It's disgusting! Disgusting! Уроков трех внеурочек идет заполнять электронный журнал. Thank you.
А сейчас крик души классных руководителей. Вот попало неожиданно. Ага, ага. Ух ты, это там. Все видели? Я целыми днями работаю в школе. Привыкли к работе. Я всем нужна там, я всем нужна. Я просто работаю до ночи загружена. Но я не напрасно уверен в удачу. Я от детей получаю отдачу. Скажи только в школу, несется отряд. Мне мои дети с порога кричат. Алена Игоревна, а может ты вообще из класса закинуть? Учить. Ой, а что ты в четверти-то по информатике, Алена Игоревна? Учитель. Учитель. Детей я люблю всего больше на свете. Общаемся в школе, в сети, в интернете. Контроль постоянно, не стану скрывать. Я заменяю отца и мать. Вместе выходим туда и сюда, снова туда, а потом вот сюда. Вот я и строчку, окажется, забыла. Фристайл не поможет, я его тоже не уверена. Еще раз спасибо. Вместе мы ходим, поем и танцуем, дружно толпой в столовой дежурим. В жизни не надо другой награды, когда мои дети учатся рады. Удобные журналы, отчеты для нас дело модное. Прочистит советы, компания, в туже. В школе я точно не равнодушен. Все-таки детям чего не попросят. Даже одежду, которую носит. О, пропустила. Теперь в душе звучит что-то такое. Сердце, тебе не хочется покоя. Для торговки, да. Не место мне, простительно. Взять в аренду. Значит, возвести дворец. Киселева будет водить экскурсии. Софья Ильинична песни петь. Да и я там что-нибудь пилить буду. Согласны? Конечно. Такого не ожидали? Не ожидали ответа такого. Лагерь Азимов сказал нет. А кто будет тогда спонсировать вашу мечту? Тогда никто. Я картошки больше продам. Кстати, никому не надо, нет. Мечта. Рома, мечта. Лава седан! Баклажан! Вся многогранность учительской души, к сожалению, ограничена нормами морали и этики, а также законами комитета по образованию. Вот сразу говорю, как бы я, это внутренний голос. Паразиты! Какие же вы паразиты! Ты вообще дуралей! Ну что, вы хотели войны? Вы получили.
Давай, мочи. Значит так, к завтрашнему дню вы выучите мне наизусть следующий параграф. А теперь называй номера параграфов максимально медленно, чтобы их вообще головы взорвались. Значит так. Так, на задней парте. Опа, кажется, настало время для шутки, которую мы готовили целый год. Вообще-то я не дрессирую жвачных животных. Так, ладно. Кто ответит на домашнее задание? А кто тебя больше всех бесит? Петрова? Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Тушь себе куплю. Пора, красавица, очнись. И помаду. Открой сомкнутые негой взоры навстречу северной ауроре звездой севера явись. Молодец, четыре. Так, а давай-ка, Иванова, мы тебя послушаем. Мороз. И солнце, а день, ночь, вечер, день. Чудесный! Чудесный! Хороший, день! Хороший, прелестный. Чудесный! Чудесный! Ладно, все, завтра выучишь, расскажешь. Спасибо. Вот, сейчас нам валит. Опять я к вам? Да, я очень рада. Вы, пацаны, дойдите, там мебель привезли. Всех забираю. Можно, да, возьмите.